Эстум и Велла о неизменном и приходящем. Тот, кто отправляется в Пестум, в Южную Италию, едва ли готовится к проливному дождю. Его наверняка не было и в марте 1787 года, когда город посетил Гёте. Он и не упоминает о погоде, зато четырехугольные громады храмов показались ему на первый взгляд безобразными. Первое впечатление не вызвало ничего, кроме удивления. Я оказался в абсолютно чуждом мире. Постепенно он осознал все. Увиденные сооружения навсегда изменили его представление о прекрасном. Менее чем через час я ощутил восторг. Я возблагодарил Всевышнего за то, что он позволил мне увидеть эти здания до такой степени сохранившимися. Пестум, греческое название Посейдония, был не самым древним и не самым крупным греческим городом в Южной Италии. Его основали выходцы из Малой Азии примерно в 600 году до Рождества Христова. В наши дни турист, прибыв в Пестум, ощущает себя не вполне в Италии. Здесь царит дух Греции. Руины храмов Пестума пережили много темных веков. История проходила мимо них, будто не замечая, почти не затронув, к счастью. Их обнаружили незадолго до путешествия Гёте в Италию. Удивительно, не так ли? Их не пришлось раскапывать, они просто стояли здесь, за огромной стеной, длиной почти в 5 километров. Лишь когда началось строительство дороги через Кампанию, и на пути рабочих оказались храмы, люди поняли, с чем имеют дело. Тут и начались общеевропейские восторги. Чопорные англичане и дотошные немцы, путешествуя по югу континента, непременно останавливались в Пестуме. Здесь они знакомились с архитектурой греческих храмов. И когда в середине 19 века появилась книга Якоба Буркхарта «Чичероне», тысячестраничный путеводитель по всем известным тогда памятникам итальянского искусства, на первой странице было написано: «Вы, без сомнения, догадаетесь, какому памятнику здесь отдано первое место». Он имел в виду крупнейший из трех храмов Пестума, которые тогда считали храмом Нептуна, а теперь определяют как храм Аполлона. Тот, кто пролистает Чичероне Буркхарта, увидит, как сдержанно и даже скупо он описывает произведение искусства, стараясь не навязывать читателю собственных впечатлений. Нетрудно понять, чем был для Буркхарта Пестум, прочитав следующие строки. «То, на что падает взор, не просто камни, это живые существа». Глядя на храм, быстро постигаешь значение этих слов. Кажется, он пребывает в своего рода движении. Гёте пишет в Фаусте через много лет после поездки в Пестум: «Я почти верю, что весь храм поет». Мы думаем, что узнали, каким образом греки достигали такого эффекта. Во всем здании нет ни одной прямой линии, ни одной ровной поверхности. То, что кажется прямым, на самом деле изогнуто. И еще. Все находится в тесной связи
и взаимодействии друг с другом. Колонны выпуклые и утончаются кверху. Их округлости и вертикальные выемки усиливают ощущение устремленности ввысь. Сила земного притяжения встречает достойного противника. Перекрытия так мощны, что всем весом будто давят дорические капители, венчающие колонны. Поверхность колонн создает впечатление, будто она изготовлена не из камня, а из мягкого фактурного материала. Фронтон здания под стать мощным колоннам. Его угол соотносится с утолщением капителей, округлостью колонн, их толщиной и количеством. Малейшее отступление от этой гармонии повлекло бы изменения во всем. Каждый чувствует это, и каждый говорит: храм и правда как живой. От Пестума остались величавые руины. Но кто строил и жил здесь, мы не знаем. Только одно упоминание, славящее некоего атлета из Посейдонии. Он отличился на Олимпийских играх 468 года до нашей эры. И все. Кстати, его звали Парменид. Так же, как великого сына города, куда мы теперь направляемся. Примерно за 50 километров от Пестума. Путник, вышедший из горной деревушки и шагающий к морю через гряду холмов, мог бы неожиданно для себя сделать потрясающее открытие. Эти кирпичи, по которым я ступаю, откуда они? Кто мог их здесь разбросать? Эти камни, которыми уже довольно давно усеян мой путь, они попали сюда не случайно. Это расселена в скале, совсем не похожа на природную. Она выглядит как водопровод. Уж не городская ли это стена? А это не ступени ли храма? Примерно так была вновь обнаружена Элея, у римлян Велла. Прежде никому неведомая, она дремала под сенью зарослей и развалинами более поздних построек. Здесь нет больше храмов, они все разрушены. И все же это место, которое медленно, камень за камнем, черепок за черепком, археологи отвоевывают у небытия. Оно все же существовало. Бронзовая булавка времен Римской империи. Хотя никому не было известно, где оно находится, во все времена философы знали – здесь учил Парменид. И его учение не перестает занимать философов по сей день. Кстати, этот серый пористый слой – вулканический пепел, след извержения Везувия в 79 году новой эры. Тот же пепел обрушился на Помпеи и Геркулан. Что могут знать люди? Что есть бытие? Конечно ли бытие? Есть ли у него начало? Могут ли люди, пребывая в бытии, знать что-либо о небытии? Что вообще могут знать люди? Такими вопросами задается философия Парменида. Он родился здесь, в Элее, около 500 года до Рождества Христова. Эти ворота – самое монументальное сооружение,
из сохранившихся в Велле. Ворота построены в 4 веке новой эры. Они моложе упомянутых Парменидом и, тем не менее, поневоле возвращают к мыслям о философе. Поучение, из которого мы знакомимся с его философией, начинается с прохода через ворота. Там восстали ворота меж стезею ночной и дневною. За ними мыслителя ожидает Дика, богиня правды. «И благосклонно богиня меня приняла, и рукою правую руку взяла, и вещала ко мне, и сказала: юноша, спутник бессмертных возниц, под чьей охраной лошади эти тебя домчали до наших чертогов. Радуйся, ибо не злая судьбина тебе указала странствовать этим путем». Элейцы любили вещи, на первый взгляд казавшиеся вздором, а кроме того, им нравились противоречия. Расхожему тезису Гераклита «все течет» Парменид противопоставил свой «все неизменно» и привел логическое доказательство. Здесь, быть может, на этом самом месте, его ученик Зенон ошеломил слушателей парадоксом об Ахилле и черепахе, чем заставил их призадуматься. Быстроногий Ахилл не может перегнать черепаху, ползущую на несколько метров впереди. В то время как Ахилл пробежал эти несколько метров, черепаха продвинулась дальше. А если Ахилл оставил за собой и этот отрезок пути, черепаха проползла еще крошечное расстояние, и так до бесконечности. Невежественный обыватель отмахнется, уткнувшись в свою тарелку. Математика же стала искать формулу, которая опровергла бы Зенона и доказала, что Ахилл все же перегонит животное. Ей потребовались столетия, вплоть до нового времени. Но и сегодня она еще не вполне уверена в своем успехе. Этот утес некогда омывало море. Теперь все вокруг превратилось в густо заселенную сушу. На утесе, точно полый зуб, стоит руина крепости времен Анжуйской династии. 14 век. Стоит она, как ни прискорбно, на месте храма, то ли недостроенного, то ли разрушенного. Старше и красивее руин крепости маленькая церквушка. Ее построили монахи в позднем средневековье. Она высится над греческим театром на полпути к храму. Эта церковь будто хотела преградить языческим богам путь к христианам. Что в те времена еще оставалось от храма, мы не знаем. Во всяком случае, монахи не испытывали недостатка в строительном материале. Этот бюст Парменида нашли при раскопках здесь, в Элее. Он из более поздних римских времен. Римляне знали, кем был этот человек, и чтили его память. Археологи поместили бюст прямо в апсиду церкви. Так соединились в этих краях приметы римского владычества и христианства. Все неизменно. Ничто не проходит. Режиссер Андреас Кристоф Шмидт, оператор Хольгер Щупель. Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».